О социально-экономическом развитии села говорили и после слета. Николай Рогожкин провел окружное совещание. Участие в нем приняли губернаторы регионов Сибири, представители бизнеса, руководители сельхозпредприятий. Основными темами встречи стали итоги уборочной кампании, импортозамещение и поддержка крестьян. В целом для сельского хозяйства Сибири этот год стал успешным. Аграрии Алтайского края собрали около 4 миллионов тонн зерна и 800 тысяч тонн сахарной свеклы. Это рекордные показатели за последние несколько лет. Полпред отметил, наш регион вносит значительный вклад в продовольственную безопасность страны. Алтайский край сегодня находится в фарватере развития сельского хозяйства на своей территории, в Сибирском федеральном округе, в частности. Что касается аномалий этого года, да, были аномалии, с аномалиями боролись, приспосабливались к аномалиям, но в результате те планы и программы, которые были, мы выполнили. Сохранить стабильность в аграрном секторе помогли не только усилия крестьян, но и хорошая поддержка федерального центра. В этом году на развитие сельского хозяйства и сельских территорий край получил 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году.